Fact by fact. Топ 10 интересных фактов про крокодилов. Крокодил – одна из самых древнейших рептилий на планете. Потомок представителей подкласса архозавров. В этот класс входят динозавры и птицы. Крокодилы – прямые потомки вымерших динозавров. В Древнем Египте существовал бог крокодил Себек, древнеегипетский бог воды и разлива Нила, ассоциирующийся с крокодилом. Считается, что он отпугивает силы тьмы и является защитником богов и людей. Когда на язык крокодила попадает хотя бы капля воды, его челюсти тут же рефлекторно сжимаются. По этой причине, если дрессировщик, засунув свою голову в пасть животного, допустит попадание капли пота на язык хищника, он сильно рискует. Крокодильи ребра, защищающие их брюхо, не соединены с позвоночником. Крокодилы не пережевывают пищу, а проглатывают ее небольшими кусками. Крокодилы отличаются высоким уровнем интеллекта. Заприметив, в каком месте травоядные животные чаще всего собираются на водопой, хищники начинают поливать это место водой, которую они переносят в своих пастях. В итоге почва становится скользкой, и крокодилам остается просто дождаться того момента, когда их жертва поскользнется, что позволит совершить легкую атаку. В воде крокодилы могут передвигаться со скоростью 40 км в час. За открывание и закрывание челюстей у крокодилов отвечают разные группы мышц. Сердечная мышца хищника четырехкамерная, а в состав крови включены антибиотики, которые позволяют защититься от грязи при повреждениях. Гребнистый крокодил – крупнейшая современная рептилия, сила укуса которого превышает силу укуса любого другого хищника, в том числе и белых акул. Несмотря на свою схожесть, крокодилы и аллигаторы являются разными животными. В отличие от аллигаторов, крокодилы могут жить не только в пресной, но и в соленой воде. Спасибо за внимание! Подписывайтесь на канал и ставьте лайк.